Ребята, всем здравствуйте, добро пожаловать на мой вечерний рейс. Еду на Скани и Эрочки, штора, кроны, прицеп. Везу грузы, игрушки 9 тонн и по городу Псков покатаемся. Как бы дальних рейсов пока что нету, вот, и пока что покатаемся по Пскову. И также к нам пришла зима, также с первым снегом и с первой зимой. Вот. И также в России зима пришла. Вот. Ну и будем садиться вовнутрь. С вами я, Андрей Сухина. Вот я внутрь, запускаю Сканию, эрочку свою. Сниму с ручника и поехали. И вот так все выглядит у меня, потому что это моя Скания. Ну и мы поедем. Олега на реношечке ты поехал. Тут ухожу налево и выехал из базы. Коллега уходит на Рено направо, на Т. А мы тут налево уходим. И у нас тут красный сигнал светофора. Так, ага, желтый, зеленый. А мы уходим направо и поехали. Прокатимся ненадолго и сделаю маленький рейсик по Пскову. Тут у нас зеленый, мы уходим тут направо и поехали. Коллеги по дальнобою едут. Тут перестроюсь, еще коллега едет по дальнобою, а мы тут уходим налево и все. Так, ворота на базе открыли нам. И, наверное, вот тут где-нибудь примерно припаркуюсь, ставлю на ручник, выключу фары. И вот такой у меня рейсик получился. Вот, и по Пскову мы прокатились, и в России зима, и с первым снегом. Ставим лайк, колокольчик, подписываемся, вот, и также коммент, и еще услышимся, и пока.